Всем привет, с вами Android Мир. Я с самого утра нахожусь в поездке, но специально для вас решил записать видео, потому что у многих людей наблюдается сбой работы клавиатуры Google. Поэтому сразу ставьте лайк и давайте решать проблему. Скорее всего, новое обновление повлекло за собой некоторые баги и неисправности. Поэтому клавиатура постоянно, без перерыва, выдает ошибку, даже когда ее не запускаешь. А при попытке запуска она сразу же тоже выдает ошибку и приложение крашится, как вы видите на моем смартфоне. Давайте попробуем решить эту проблему и начнем с самых простых шагов. Для начала нам нужно зайти в настройки смартфона и выбрать пункт приложения. В списке всех приложений нужно выбрать название клавиатуры, в нашем случае Gboard. Там вы увидите либо кнопку «Очистить данные», «Стереть данные», «Очистить кэш» или подобные, либо будет указано занятое пространство и нужно туда просто нажать. После этого будет возможно удалить данные. После того, как вы удалите данные приложения Gboard, вам нужно перезагрузить смартфон, чтобы проверить, поможет ли это заработать в клавиатуре. После перезагрузки зайдите в любое приложение, которое требует ввода, и попробуйте что-нибудь напечатать. В моем случае это никак не помогло, скорее всего что-то сильно сломалось в приложении Gboard. И самым простым выходом я увидел скачать новую клавиатуру. Для этого зайдите в Play Market и при помощи голосового ввода скажите слово клавиатура или keyboard. Выданные результаты практически все смогут заменить клавиатуру, но я остановился на этой. Просто устанавливаем нужную клавиатуру и запускаем. После этого она попросит разрешения и установить по умолчанию именно ее. Соглашаемся, делаем все по инструкции, трудностей возникнуть не должно. С новой клавиатурой у меня все работает и я могу прекрасно печатать текст, вводить сообщения и так далее. Надеюсь, и у вас получится все то же самое. В новой клавиатуре может отсутствовать нужный вам язык. Для этого зайдите в приложение, которое вы установили. В настройках будет кнопка «Языки» или «Добавить язык». Открываете список языков и выбираете нужный для вас. В моем случае надо было добавить русский язык. Он быстро установился и теперь им можно пользоваться. А для того, чтобы переключить клавиатуру на другой вариант, если вы хотите установить другую, или Gboard все-таки починят, нужно опять зайти в настройки смартфона и выбрать пункт «Язык и ввод». Он может находиться не в главном меню, а в каком-нибудь подменю, типа «Основные настройки» или «Настройки телефона». И там нужно выбрать пункт «Язык» или «Способы ввода». Там же будет находиться список всех установленных клавиатур на вашем смартфоне. Вы можете выбрать нужную и попробовать, какая вам подходит больше. Надеюсь, у вас получится справиться с данной проблемой. И надеюсь, Google будет тщательнее проверять обновления перед их официальным выпуском. Если вам понравилось это видео и вы еще не поставили лайк, то пора это сделать, подписаться на наш канал. А пока, всем пока.